Он встает и отправляется в бастион. Именно туда стоит идти. Action RPG Bastion, developed by North American developer Supergiant Games. The Bastion world was completely collapsed when the protagonist awoke. The boy's journey began in pursuit of the reconstruction of the lost world and the mystery of its collapse. The story, however, it cannot be played as it is, so the screen is reversed. However, only the left and right operations are reversed. The top and bottom are normal. Others are perfect just because the left and right operations are reversed. You can't play properly just because the left and right are reversed. It is very disappointing. Let's look forward to the next version upgrade. Это выживший. Вот тяна. Это газознатно ему врезал. Газовчанин таки умудрился его задеть. Старый клыкомет свалился с неба. Не божий дар, но на что-то сгодится. Надо удерживать ее неподвижно, иначе не зарядить. Подустал, так что этот фонтан выглядел весьма приветливо. Иногда тебе просто надо выпить. Стайка брызг выросла вокруг него. Должно быть, бежали сюда из шахты. Из самых знаменитых забегаловок Цейлондии. Внутри старый трактирщик Ронди. Катастрофа прикончила его быстрее выпивки. Затем малец находит верный щит. Особая доставка. Газовчане. Узаредились после третьего звонка. Все больше брызг появляется из ниоткуда. Ронди всегда хотел, чтобы его прах развеяли здесь. За окном малец видит путь к бастиону. Придется прыгнуть вниз. Thank you for watching until the end.
If you have a game that interests you, please leave it in the comments.